привет! С вами Лили Ли со своим фэшн-блогом. Давно я что-то не снимала образы дня, и теперь я решила активно восполнять пробелы. Сегодня я собираюсь ненадолго заглянуть в универ, потом встретиться со старыми друзьями и познакомить их с новыми. Подобрать одежду на все три этапа сегодняшнего дня – задача достаточно непростая, но я надеюсь с ней справиться. У каждого человека есть привычный его окружению имидж, и мы обычно стараемся ему соответствовать. Но когда в нашей жизни появляются новые люди, встретившие нас, как говорится, по одежке, они сталкиваются с новым имиджем, потому что из прежнего имиджа мы уже выросли. Вот сейчас, например, я стала большой поклонницей тельняшек, которая раньше на дух не переносила, и всем моим друзьям это известно. Но теперь я просто обожаю контрастную полоску, и у меня уже собралась целая коллекция тельняшек, первая из которых стала эта от Maxi Co. С каблуками и джинсами смотрится великолепно. Мои старые друзья очень удивятся сегодня, увидев полосатую меня. Чтобы так сразу их не пугать, сверху я надела темно-синий джемпер из трикотажа и натуральной кожи от Emporio Armani. Это практически два в одном, и элегантный джемпер, и кожаная куртка. Теперь возникает вопрос, какая сумка больше подойдет к этому комплекту? Вот такая красная, через плечо, довольно вызывающая в таком цветовом и стилевом сочетании. Или же классическая черная, без затей и наворотов, но столь же удобная и вместительная. Вот такой вот наряд сегодняшнего дня. Комментируйте, ставьте лайки и скажите мне, какая сумка все-таки лучше. А на сегодня это все. С вами была Лили Ли со своим фэшн-блогом. Увидимся через пару дней. Пока-пока.